На днях я сидел в 130-м квартале и, как Чукча, поет свою знаменитую песню, когда едет по тундре, что вижу, то пою, так и я, что видел, то и рисовал, все, что шевелится, то и рисовал. Вот, и напротив меня там сидели какие-то люди в кафе, я их рисовал, а они заметили это, начали ко мне регулярно подходить, и вот они сидели там, пиво, наверное, целый час пили, и с любопытствующими вопросами подходили. Разговор их был мне непонятный, что-то немецкий похоже. Я спросил, Deutsch, нет, говорят, Голландия. Вот так голландцы попались мне на карандаш. И вот они мне притащили сначала пиво, но я пиво не пью, отказался, потом бутылку колы, и попросили, что вот они тут еще будут полчаса, и чтобы я закончил это. Ну, вот я сидел и заканчивал. И потом они подошли, ее у меня забрали. И я подумал, что, может быть, вот так вот за бутылку колы, ну, или там, может быть, объедки со стола когда-нибудь, когда я совсем стану старым, а капитализм в России придет в свой окончательный то ли упадок, то ли наоборот расцвет, я буду так, может быть, зарабатывать себе на пропитание. Это я рисую черными карандашами Джоконда, моими любимыми. Вот этими стержнями. Вот. И я все время покупал мягкие. Номер один они, кажется, называются. Самые мягкие. Их три номера. А сегодня вдруг обнаружил, что мне надо иногда для работы, вот как сейчас, для тонких линий и твердые. Все-таки, ну, я об этом тоже знал. Просто почему-то... Короче говоря, вот... Хорошо, что у меня сейчас твердый стержень оказался. У меня их два. Потому что я, рисуя вот мелкие детали, вырисовывая лица, я мелковато взял вообще эту работу, сделал. И, конечно, здесь вот мельчить приходится очень сильно. А когда мельчишь, то мягкий карандаш, он, конечно, не дает четкую линию. Это голландцы. Все.